Поздравляем выпускников первой группы международной программы EMBA General Management, которая реализована в Магнитогорском государственном техническом университете совместно с Институтом коммерции города Парижа. Выражаем благодарность всем преподавателям, принявшим участие в реализации проекта, как с российской, так и с французской стороны. Также благодарим директора программ MBA Института коммерции города Парижа Шарля Берже и менеджера проектов Наталью Лансеро. Предприятия, которые не развиваются, обречены на смерть. Главное преимущество этого образования – обученные кадры, позволяющие предприятию посмотреть на ситуацию совершенно с другой стороны, применить способ размышления над проблемой, отличающийся от традиционного мышления, что в значительной степени может определить успех тех шагов, которые предприятие будет предпринимать. Знания, которые мы получали в результате освоения этой программы, они фундаментальные. Они будут есть и всегда, вне зависимости от того, как изменится в ближайшее время наша страна или мир в целом. Вот. Я думаю, что эти знания базовые, нужны в любом случае будущему успешному руководителю. Что мне дало это обучение? Это связи. Это предприниматели из Франции, это преподавательский состав. Они нам продемонстрировали форму мышления, совершенно другую форму Ментис. Она выражается в масштабе. И мы такие же, даже сильнее, чем они. И вместе, сила, здесь мы можем быть лучшими.